На прошлой неделе ивановские наркополицейские задержали транспортное средство, принадлежащее жителю Московской области. Управлял автомобилем гражданин Республики Таджикистан, в прошлом работник правоохранительных органов. В ходе досмотра иномарки уроженца Средней Азии наркополицейские обнаружили и изъяли наркотическое средство героин общей массой более 2 килограммов. Особо крупная партия пятого была доставлена в областной центр для последующего сбыта. Теперь за хранение и распространение наркотика мужчине грозит тюремный срок от 20 лет в колонии строгого режима.